Кстати, мы живем вот были такое место. Вот мы подошли, тут такая статуя. А тут что-то скрипит. Дальше тут еще вот продают там разные летние вещи. И тут у нас такое прекрасное, очень красивое озеро, очень классная площадка с песком. И тут много людей, кто плавает, но знаете, тут еще лежаки были летом, но их уже убрали. Да, но знаете, тут камни и ракушки, это не очень удобно. Надо ехать в какое-то другое место для пляжа. Вот такая вот у нас красота. Это у нас Платон, дальше тут вот такая вышечка подымает. И вот такая красота. Там солнце заходит уже. Вот, и вот такая красотень. Двигайся. Очень красиво. Еще там дальше старая площадка есть. Короче, очень красиво. Сейчас сделаю на тренажере. А, у нас вот так вот все выглядит. А, такая вот у нас площадочка. Тут тренажер, мы уже побегали на площадке. Ну, тут не очень грязно, в принципе. А, дождь хоть и шел, но не мокрая площадка, я так скажу. Тут есть качель. Много. Ну, у нас, знаете, вот это вообще корабль. Вот тут вот так все. Знаете, у нас в Украине есть одна очень большая площадка. И она очень классная. Мне кажется, она вообще самая крутая. У нас именно. Она очень классная. Там огромные горки. Короче, очень крутая площадка. Тут тоже классно, но только, знаете, что жалко, тут нету карусели. А я обожаю карусель, это вообще моя самая любимая качель. К сожалению, ее тут нет. Ну, ладно, так хорошо, то, что тут такая большая площадка, и так круто это выглядит. Еще, видите, там есть вот там площадочка, тут раньше флаг был, его сняли, вот флаг, а вот, вот мальчики бегают. Догонялки играют. А вот Вика.
вот такая вот красота тут была, там написано. Прикольно. Я еще, наверное, фотографию такую делала. Я делала раньше фотографию. Сюда, наверное, видео ставлю. Тут я стояла. Вот тут. И вот тут стояла. И мне мама так сфоткала. А теперь тут Вика стоит. А дальше вот тут такая красота. Уже заходит солнышко. Уже вечер. Там вообще птички. Сейчас. Ничего не приближается.